Вот этот агрегат – первое в мире интернет-устройство. Мы не опасались слежки, спама, вирусов. Скоро можно будет выкладывать свои мысли безо всякой клавиатуры. Я думаю, что надо создать жизнь на другой планете Солнечной системы. Виртуальное сегодня. Горжусь ли я статусом самого известного хакера в мире? И оцифрованное завтра. Если интернет исчезнет, лично я не выживу. Для всех, кто онлайн. В интернете много непредсказуемых процессов. В нем живет зло. Нашумевшая история Вернера Херцога. О, интернет. Грезы цифрового мира. Кибервойна уже идет, просто мы этого не замечаем. В четверг в 22:15 на 24 док.